Всем привет, с вами Спектр Эрика, мы продолжаем проходить Персону 5 Рояль. У нас остался один день до изменения сердца Мадорамы. Это очень важный день. Нам никто ничего не писал, но давайте проведем тот вечер с Аджиро. Почему бы и нет? Он своей мудростью с нами поделится. Но скоро наша связь станет крепче. Хорошо. Наконец-то мы дождались Мадорамы. Важный день. Сейчас это последний день. Может, не сегодня, а завтра будет, получается, изменение. В любом случае. Ну, он пресс-конференцию собрал. Он плачет. Я признаюсь в преступлениях, которые совершил. Я плагиатил работы. Даже Саюри, помимо всех остальных работ. Как бы я хотел извиниться перед всеми за все, что я сделал. Ну, и мы получили ачивочку за завершение этого дворца. После своего признания Мадорама согласился, что полиция изучит этот вопрос. В обвинение входит абьюз над его учениками. И Мадорама подозрением, что присваивал себе их работа. Даже то, что Саюри была украдена. Огромный акт. Получается, плагиата стал большим шоком для художественного мира. Старик, все. После конференции Мадорама был забран в полицией в госпиталь для допроса. Не надо быть такими добрыми. Интересно, почему он тебя сдал? Это ж так странно. Группа, называющая себя Фантомные Воры, публиковала загадочную эту записку на выставке Мадорамы. Полиция также расследует их отношение к этому делу. Но в данный момент они не рассматриваются как подозреваемые. Фантомные Воры? Эти бандиты что-то сделали с этим стариком, что заставили его извиняться? О, я слышал про них раньше, они должны красть злые сердца. Вот почему все эти злодеи извиняются. Что? Красть сердца? Но это же невозможно. Ну, я что-то и онлайн видел о них. Они в реальности посылают вот эти карты. Открытка. Что? Мы идем украсть твое сердце? Фантомные воры, да? Опять фантомные воры? Ох, Макото. Ты своими подозрениями себя в могилу заведешь. Ну, вы видели новости о Мадораме? Это же вот то же самое, что случилось с Камашидой. И они упомянули фантомных воров. Это становится очень интересно. Если мы все сделаем правильно, мы можем изменять человеческие сердца с этой силой. Мы сможем очень много полезного сделать для сообщества. Это большое дело. Ну и это будет весело. Давайте продолжать этим заниматься.
что для до меня, я надеюсь, мы будем становиться все более и более известными. Что-то такое прям глобальное уже произошло дважды. Это... Люди будут думать, что это не совпадение. Если мы будем продолжать делать то же самое, что мы делаем, то мы точно сможем зарядить энергией для всех остальных, кому это нужно, придать смелость его. Вот так, наверное, правильнее будет. Надо быть потише немного в людных местах. Ты их знаешь? Мы можем поговорить с тобой? А что? Чем мы можем вам помочь? Что вы здесь делаете? Вы друзья? Мы собираемся выпить чая. Ну и что вы... И как вы собираетесь это делать вместе? Он как это... Мы просто обсуждаем, куда пойти. Здесь много странного происходит в последнее время. Вам нужно быть осторожными. И новости от, об этом художнике. Мы будем осторожны. Чего они вдруг внезапно до нас докопались? Непонятно. Что это вообще было? Я полностью запаниковала. Нам нужно быть более осторожным. Возможно, просто свое логово устраивать в людном переходе не самая хорошая идея. Вы думаете, люди могут слушать нас? Блин, да действительно, вы стоите и орете об этом. А мимо ходят люди. Все в порядке. Осмотрись. Только нас это все волнует. Ну, возможно, ты прав. Ты можешь что-нибудь узнать от Мадорамы? Помнишь, как он говорил что-то о подозрительной личности в черной маске? Ну, я нажал на него, чтобы получить ответы, но он даже не понял, что произошло. Получается, что он не видел, как его сокровище было украдено. Ходят слухи, что его могут заключить в тюрьму. Если в таком случае получить информацию будет очень трудно. Так что же нам теперь делать? Я съезжаю из его дома, я не могу больше жить. Тебе есть куда поехать? В школьное общежитие. Я в нем могу оставаться бесплатно благодаря моей школьной стипендии. Стипендия? Ты что, хорош? Ну, с другой стороны, дом Такамаки тоже подойдет. Чего? Вон, ты сможешь ее просить быть твоей моделью в любой момент. Ну, ублюдок. Раз Юски теперь будет снова жить один, то для нас встречаться будет гораздо проще, когда нам захочется. Ну, нам надо подождать и посмотреть, что будет происходить дальше, как это все будет разворачиваться. Ну и нам нужно найти новую цель, такую же большую, как и Мадорама. Ну, нам надо продолжать вести себя как обычные школьники, пока мы не найдем следующую цель. Нам нужно хорошо подготовиться к этому. О, Макото опять нас палит. Юски Китагава. Сейчас она все радостно сложит. 2 плюс 2. Получит 5, но окажется права. Сузуи Сихо не цзуйте.
また面識の浅い他人のためにやったっていうの？ То есть после Шиха Сузуи ты снова это сделал для того, кого едва знал? 二度も追い返されて通報までされかけて、そんな相手を上がり込んでまで助けたわけ？ Тебя дважды прогоняли, почти доложили на тебя в полицию, и ты все равно захотел спасти его. Она про Юске. Но в этот раз у тебя ты был в музее, а не в замке в этот раз. Ты продолжать настаивать на этой чуше про изменение чего-то сердца через кражу его сокровища? Но это правда. Правда за твоими историями прояснится, пока ты будешь находиться под стражей. Ну а теперь расскажи мне про нового члена, который присоединился к группе. Интересно, и кто же этот новый член, который к нам сейчас присоединится? Личность ученика Мадорамы можно будет легко выяснить, чуть-чуть покопавшись во всем этом. Вперед! Из песни, что называется. Что, своих не задаем? Что ж, ну, я хочу услышать дальше. После этого раза фантомные воры стали действительно популярными. Ложь наполнила интернет, такая как фантомные воры спасли меня тоже. Или я получил карту. Вся эта ложь заставляет изучать эту информацию в 10 раз дольше, чем требовалось. Так, следующая твоя цель. Джуния Канишира. Это он большой и грозный. Якудза, наверное. Он не выглядит как предыдущие двое. Даже полиции было трудно с ним справиться. Что ж, в этот раз вы решили разобраться с хорошо охраняемым преступником. Ну, давай, расскажи мне. Ты... Сначала Камашида в Академии Сюджин, теперь Мадорама. Я вижу некоторые сходства между этими двумя. Оно обоим была отправлена эта открытка. Перед тем, как они неожиданно изменили свое сердце. Да, я вижу. Можно ли как-то связать эти случаи с психическими срывами? Но сейчас не время беспокоиться о таких вещах, как юрисдикция или честь. Нам нужно копать глубже и найти связи между этими инцидентами. 2-3 года назад. Ну хорошо, я оставляю это тебе. Тем не менее, это не должно мешать твоим обычным рабочим обязанностям. Что она, что сестра, они так плотно с двух сторон под нас копают. Чертова женщина сует свой нос куда не надо. Ну, я понимаю, что эти ненормальные события, ну, стали причиной тревоги, распространяющейся по нашей стране. К этой ситуации нужно подойти со всей серьезностью. Но не только здесь эти фантомные воры беспокоятся об этом.
какие-то политики невнятные. Вокруг нас начинает плестись очень серьезная сеть, в которой замешаны очень серьезные люди. И чем дальше в лес, что называется. Ну, Юски что-то пишет. Спасибо вам большое. Всегда такой вежливый. Я действительно благодарен за все то, что вы сделали для меня. Ну, мы продолжаем надеяться на тебя, полагаться, конечно. Ну, если вдруг что-то случится, протянуть руки помощи. Да, конечно. Ну что, увидимся. Я не думал, что какие-то будут проблемы. Он довольно-таки честный парень. Ну, для нас это была первая работа. Большой успех. Ну что, что мы будем делать после этого? У нас есть несколько бесплатных билетов в дартс. Пошли, сходим. Да брось, это же всего лишь дартс. Не хочешь тоже поиграть, Моргана? Ну, если бы ты, в принципе, способен что-нибудь куда-нибудь кинуть. Ну, если ты бы будете просто играть, то я думаю, никаких в этом проблем. Ну, пойдемте, посмотрим, что там. О. Какую-то новую локацию нам сейчас откроют, да? Где мы еще не были, или... что, мы сюда не ходили? Ага, вот это. Чуть дальше, чем парк, в который мы ходим с Аней. Отлично. Мы еще потратили 200 йен на метро туда. Так, школьный проездной нам дает возможность ездить вот только по двум линиям метро. Если мы хотим куда-то еще ехать, то придется раскошелиться. И Макото нас преследует даже в выходной день. Какая она неутомимая. Кич... Господи, я даже выговорить не могу. Кичи-жо-жи. Прости, господи. Кичи-жо-жи. Ну, тут много магазинов, которых не найти в Сибуе, так что, может, мы тут что-нибудь сможем интересным закупиться. В одном нужное нам это вот место с дартсами в одном квартале по центральной улице. Так, ну давайте посмотрим, во-первых... А, боже мой, Макото. Вали. Так, а шо у нас тут? Ты серьезно намерена за нами следовать... Ладно, обойдемся. Так. О, смотрите, мы тут можем покупать всякое. Ну, эти подарки давайте купим, чё б нет-то. Потом найдем уж кому их подарить. Так, хотя бы закупимся. Так, идем дальше. Что у нас тут? Тут у нас магазин шматья. Ну-ка, давайте проверим его. А, это... секонд-хенд. Мы можем здесь продавать всякое шматье и потом покупать. Ну-ка, что за призы? Такое себе, конечно. Ну-ка, продать мы что можем? Ну, давайте продадим всякое. И мы получили 200. О! Мы продали старую одежду. Second hand.
Так, вот это что? Ну, фигня какая-то, но давайте вот этот вот подарок купим. Ну или вот это пусть будет. Ладно, все, здесь мы разобрались. Не, все. Не ожидал, что нам дадут ачивку за то, что мы что-то продадим в секонд-хенд. Так, тут еда. А это что такое? Храм. Ну нам в храм нельзя, ну ладно. Всякая жратва продается. Так, а тут чего у нас такое? А, слушай, а вот это уже интереснее. Можем восстановить 100. Давайте 5 штук таких возьмем. Всем. Возможно, нам это пригодится. Когда-нибудь в замках. Так, магазин, похожий на рояль. Что это может быть? Джаз-клуб. А, сюда можно ходить по ночам. В джаз-клуб. Кто бы мог подумать. А вот, собственно, и... пингвин. Пингвин-снайпер. Так, нам туда и надо. Так, давайте сначала глянем, что вот тут такое. А, ну здесь всякое вот это вот барахло. Такое. Обойдемся без всех этих побрякушек, пожалуй. Так, ну здесь все, значит, нам сюда теперь остается идти. Пингвину-снайперу. Теперь мы можем быстро перемещаться сюда. Ладно. Может, нам это как-то меткость повысит от этих занятий. На флайере напишут. Дартс — это вечеринка, когда вы играете парами. Ну, давай попробуем. В парной игре, что бы это ни значило. Давай, Рьюджи, удиви нас. Трижды 20, неплохо. Смотрю, им весело во все тут развлекаются. О, Баттон Пас, второй уровень. Неожиданный поворот. Чем выше ваш уровень этого Баттон Паса, тем более сильные эффекты будут осуществляться за счет него. Так, второй ранг. Увеличивает дамаг и восстанавливает ХП. Так, на... в третьем ранге СП будет увеличен, ну мана наша будет увеличиваться. Неплохо, неплохо. Давайте пригласим других в следующий раз. Будем увеличивать и с ними связи. Что это? А, тут же еще и бильярд. Эта игра тоже будет полезной, в зависимости от того, как на это посмотреть.
Бильярду, а мата кондо ни штоколзе. Поиграем в другой раз. О, в следующий раз придется еще и платить за игры. Ну, ничего, заплатим. Мы вроде не бедствуем. Что в метро опасно. Не подставляйся. Если мы будем по ночам вот эту вот зону исследовать, Моргана нас прикроет. Ладно. О, Нишима. Тут полезную информацию для нас нашел. Какие-то проблемы в Кичижоже. Если скажешь хоть одно что-то не так, то он начинает злиться. Конфликтный художник. Да, но мы не знаем его имени. Но я слышал, что он зависает на вот этой вот аллее гармонии Кичижожа. Ну, нам надо сходить проверить эту аллею в Кичижожа. Мы можем это сделать сейчас? Можем. Так, конфиданта. А, ну тут этот уличный оратор. Мы поехали в Кичижожу ночью. Чё-то не это. Нам нужна эта аллея. А где она может быть, интересно? Тут нигде никак не подписано. Ну да, никаких подписей, конечно. О, я смотрю, двери к этому открылась. Игорю. А у нас есть персоны, которые можно попробовать посливать? Нет, у нас их только три, это значит, мы все сделали. Можно пойти джаз-клуб проверить, кстати, раз мы ночью здесь оказались. Так, ну полагаю, в храм нам все еще нельзя. А, ну и работает он только днем. Ну-ка. Ну так пошли, нет? Почему нам нельзя в джаз-клуб? Хорошо, а что вы мне предлагаете-то? Где мне взять эту информацию? Может, у этой женщины на входе спросить? Может, она что знает? А, ну она и не работает. Жаль. Не знаю, вывеску что ли хоть какую-нибудь бы повесили. Ну, получается, не знаю, я ничего не... Так, все говорят о Мадораме. Так, а может, надо просто внимательнее рядом с людьми ходить, тогда мы сможем подслушать что-то полезное. Что такое?
такое. Караоке? Туда даже нельзя войти. Ну ладно. Ну, так, вот тут что-то можно послушать. Ну тут тоже все говорят, а Мадорама это вроде не совсем то, что нам надо. О, старик, доставляющий проблемы. Это вот как раз то, что нам надо. О, даже дети о нем знают. Этот старик вышел из-под контроля. Выпивает с незнакомцами, потом устраивает драки. Выпрашивает деньги. Хейджи Она. О, все, отлично, мы знаем цель. Теперь мы можем поехать в Мементос и попытаться с ним разобраться. Не, ну, сейчас нельзя, потому что туда можно ходить только это днем с... Так, ну я не знаю, давайте в Шибую скатаемся. Сходим бургер в ночи сожрем. Все ради прокачки нашей храбрости. Поехали. Ну давай. Удиви меня. Не, не хватило сил. Ну, зато мы чуть-чуть прокачали храбрость, тоже полезно. О, рейтинг доверия увеличился в 2 раза по отношению к нам. То, что теперь уже 16% людей верят в них. Это неплохо. Да, мы переоделись в летнюю форму. Пиджак сняли. В новостях как раз про пингвина-снайпера рассказывают. Я смотрел вот все магазины уже там. Не то чтобы прям это что-то интересное. Я думаю, имеет смысл поехать в Мементос. О, здорово, Юджи. Может, я стану так популярным. Ну, или Юджи. Блин, моя униформа. Мы же должны были изменить на летнюю сегодня, да? Я еще думаю, чего люди на меня смотрят. Вот, блин. Так, я поеду домой и переоденусь. А что, прям форма как-то кардинально отличается? Пиджак снял и все, нет? Это не так работает. Ты такой бледный. Короткие рукава, это не для тебя. Заткройся. Видел новости вчера? Не, они тоже про Мадораму рассказывают. Но это же то же самое, что произошло с Камашидой, правильно? О, оба получили странные открытки. Мне кажется, один и тот же человек стоит за этим. В новостях утром сказали, что группа, называющая себя Винкс, да, это мы, стоит за всем этим. Интересно, как они заставляют людей признаться? Они же не могут буквально красть сердца.
Может быть, шантаж? Рюджи, твоя летняя форма как-то слегка отличается от всех остальных, если что. Ты же вроде переодеваться ходил. В чем смысл? Так, ну что, ты выяснила что-нибудь? Мне не о чем рассказать. Вообще не о чем. Как много здесь учеников, которые могли бы спровоцировать учителя? Ну, у меня есть некие наработки, но у меня просто нет крепких доказательств. Ну, вы знали, не правда ли, о том, что Камашида сексуально домогается студенток? Что мне я должен ответить на это? Я надеюсь, я понимаю, как все это не просто для тебя. Мы должны школьное окружение улучшить, чтобы студентам здесь было легко. Получается, это настоящая причина за всем этим расследованием фантомных воров. Мы же даже не знаем, действительно ли они существуют. Почему? Ты же слышала об инциденте с этим Мадарамы, я полагаю. Ну, было сказано, что они получил такую же открытку, которая была использована в деле Камашиды. Я хочу верить, что это тоже связано с нашими студентами. Не связано. Я предлагаю тебе полностью посвятить всю свою энергию этому заданию. Какой-то подозрительный директор. Тоже какие-то мутки мутят. Ты видел пресс-конференцию Мадарама? Тоже фантом. Блин, сейчас все будут говорить только об этом до тех пор, пока не появится новый прецедент. Ну что, вижу, есть идеи насчет следующей большой цели. Я только вчера начал искать, я ни за что бы не нашел так быстро. Да, я уверен, это правда. Нас ждет экскурсия на телевидении. Давайте все отправимся на ТВ-студию. Можно будет увидеть, как они записывают шоу. Может быть, там даже актрисы будут. Логично. Ну и плюс, надо быть хорошими студентами, не привлекать внимание к себе. Телевидение, может, не стоит подстричься. Все говорят только о Мадараме в моей школе. Ну и меня, как его ученика, решили все игнорировать. Это же чушь какая-то. Ты в порядке? Тут нет необходимости беспокоиться. Они уже
обижали меня, так что тут ничего на меня нового. Ну, у вас есть какие-нибудь уже зацепки насчет следующей миссии? Ты шутишь? Ну, не так быстро. Ну, нам надо подождать и посмотреть. Окей. Ну, мы всегда можем исследовать Мементос вместо этого. Ну, держите в курсе. Будь внимательным. Ой, сейчас он опять у нас что-нибудь кинет. Ай, в этот раз попал, блин. Ауч. Но нам нужно больше мастерства, чтобы уворачиваться от него. Ну, ой, извините, пожалуйста. О, Касуми, здорово. Ну, какой приятный сюрприз. Как льет, не правда ли? Вон зонтик, интересно, это чьи-то или общее? А, у нас есть зонтик. Ты же не хочешь промокнуть? Да, я забыла свой зонт. Ну, я вряд ли промокну сильно, если пробегусь до станции. Ну, это будет хорошей тренировкой. О, ты хочешь поделиться своим зонтиком? О, чудесно, спасибо. О, какая прелесть. О, спасибо, что позволил присоединиться. Скоро соревнования. Я не хочу заболеть. Соревнования для гимнасток. Одно в начале лета, а второе в конце. Если я там хорошо выступлю, меня могут выбрать для представительства клуба. Почему для нее это важно? Моя мечта заниматься гимнастикой на мировом уровне. Ну, она полностью отдается своему делу. Это здорово. А, вот они и добрались до станции, наконец. Ну, дальше она будет в порядке. Ну, я надеюсь, как-нибудь я верну. О, Йошизава. Ты имеешь в виду известную гимнаста? У нее VIP-обслуживание в школе, так еще и бойфренд ее сопровождает везде. О, злобные сплетники. Кыш отсюда. Прошу прощения, тебе не следовало это все видеть и слышать. Все такое происходит и в классе тоже. Люди часто сплетничают обо мне, потому что я почетный ученик. Ну, школа ожидает от меня высоких результатов на предстоящих соревнованиях тоже. Они даже сказали, что я не должна была принимать участие в этом субботнике. Но я не хочу специального отношения к себе. Я хочу быть такой, как и все остальные. Ну, прошу прощения, отец звонит. Ну, хороший отец. Пока-пока. Ну,
Моргана намокла и очень довольна. Так, Мишима опять кого-то нашел. Хикари Шимизу. Еще одна, получается. Наша цель в Мементосе. Еще один реквест. Так, у нас обновилась наша логово. Что ж, на этом серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. И я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.